тебе вручить вот эту грамоту выпускника за окончание 9 класса. Благодарность родителям за активное участие в жизни школы и нашего класса. Грамоты, дипломы, благодарности, но самое важное – аттестат. Выпускник 9 класса школы номер 10 Егор Воронов получил свой первый документ об образовании. Юноша говорит, что планы имеет наполеоновские. После 10 и 11 классов он хочет поступить в престижный вуз. Но первый важный этап в жизни он завершает без соответствующих торжеств. Ждал, конечно, других впечатлений, но тоже все у нас сложилось нормально. Мы встретились с одноклассниками, погуляли, хорошо провели время. Безграничные эмоции. Мне очень понравилось здесь обучаться, и класс очень дружный, мне тоже все довольно-таки нравится. Такого же мнения о школьной паре остальные девятиклассники. Около входа в учебное заведение они ждут своей очереди за получением аттестата. Внутрь пускают только по одному и обязательно в маске. Также, чтобы обезопасить выпускников, в школе установили рециркуляторы и обрабатывают поверхности столов и стульев антисептиками. Не дают забывать и про социальную дистанцию в 1,5 метра. В свою очередь, руководство школы всеми возможными способами пытается придать этому моменту торжественность. Конечно, ребята уже, наверное, привыкли, они ожидали вот данной ситуации, потому что все это длится с марта месяца, было уже и дистанционное обучение. Ну, конечно, не так должно быть, как-то грустно. Вообще, вручение аттестатов, выпускной – это такой грустный праздник, а здесь вот в условиях данной ситуации, наверное, еще по-другому ребята рассматривают. Но не везде юные череповчане получили аттестаты. В Министерстве просвещения до последнего тянули с публикацией соответствующего распоряжения. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В лицее АМТЭК решили не дожидаться приказа и начали оформлять аттестаты заранее. В итоге документы пришлось забраковать. Я здесь ничего не вижу абсолютно критичного. То есть, да, действительно, учреждения аттестаты напечатали чуть раньше, чем это было необходимо, но они сейчас перепечатают. Они не были ни одному ребенку выданы, они перепечатают, и, соответственно, выдача будет произведена всем детям. То есть здесь абсолютно родителям переживать не стоит. У нас все дети, которые выпускаются с 9-11 класса, аттестаты получат. Вручить документы школьникам должны до конца недели. Отметим, в Череповце 11 класс окончили чуть больше 1500, а 9 – 3500 человек. Последним в этом году ощутимо проще. Им не нужно сдавать ГИА, чтобы продолжить учиться в школе или поступить в колледж или техникум. В аттестаты тут итоговые годовые оценки, а у 11-классников есть выбор. ЕГЭ придется сдавать при поступлении в университет. Если планов продолжать учебу в вузе нет, можно получать аттестат. К слову, этот вариант выбрали 150 человек. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.